все в гармонии. Сенсей Канецака. Айкидо – это гармония тела и духа. Полная их координация. В самом названии айкидо «ки» означает «дух», силу духа. Когда я начал заниматься айкидо, я хотел научиться защищаться от других, а не нападать, как в дзюдо или в карате. Айкидо – это такая же тонкая вещь, как музыка. Айкидо несет некий мистический смысл людям. Айкидо – это не просто техника, нет. Это что-то мистическое, таинственное, очень трудное для осознания. Но мы чувствуем это и знаем, что это такое. Но мы не знаем, как это происходит.